Эта история стала известна еще в сентябре. В школьном женском туалете был обнаружен видеорегистратор, аккуратно спрятанный под раковиной. Выяснилось, прибор установил директор школы. Новость сразу разнеслась по селу. Виновник нашел объяснение. Весьма странное. Почему он так сделал, видеокамеру установил? Ну, не знаю, он сказал, что это засоряет туалет. И хотел узнать, кто засоряет. Мужчина пришел в эту школу сразу после окончания вуза. Проработал здесь много лет. Сначала преподавал физику и другие точные науки, потом повысили до директора. Стаж большой, ранее нареканий к персоне не имелось. На новость о скрытой съемке жители поселка отреагировали по-разному. Ну, я в шоке. Какой у меня может быть отношение? Ожидали от него такое? Нет, зачем? Нет, не ожидала. Хороший человек, да? Хороший человек. С родом из нашей деревни. Семья здесь хорошая. Я не слышала такого, никогда не видела. Классным руководителем был, прекрасный человек, работал хорошо. По материалам дела видеорегистратор снимал в туалете педагогов, технический персонал, учениц. После этого директор отсматривал видеоматериал. По результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме и показал, что таким образом пытался установить, кто в школе засоряет унитазы. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «Превышение должностных полномочий». В настоящий момент мужчина отстранен от работы, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. Альбина Слагараева, Гудель Шигапова, ТНВ, Тукаевский район.